Экспо 2020 Дубай Бутунҷаҳон кўргазмаси доирасида Ўзбекистон миллий павильонида ташкил этилган инновациялар ҳафталиги доирасида инновациялар миллий офиси ходимлари томонидан Make it logo интерактив мусобақаси ўтказилди. Мазкур мусобақада 30 га яқин давлатдан иштирокчилар қатнашди. Батафсил мухбиримиз Сохиба Акром ва дастлабки лавҳада хабар қилади. Let's make a time trip to Экспо 2020 Дубай Бутунҷаҳон кўргазмасининг Ўзбекистондаги миллий павильонида инновацион ривожланиш вазирлигининг кўргазмаси ҳам намоиш этилмоқда. Вакилларимизнинг билдиришича, кўргазмада тақдим этилаётган барча экспонатлар, илмий ишламалар, маҳсулотлар Ўзбекистоннинг бугунги кундаги илм-фани намояндаларининг меҳнати, уларнинг эришган ютуқлари намунаси ҳам намоиш этилмоқда. Мы открываем дни Министерства инновационного развития на выставке Дубай Экспо. Эти дни проходят в нашем павильоне Узбекистан, и мы привезли с те инновационные разработки, которые разработаны с нашими учеными, также решения, которые, вот, например, здесь показаны для сохранения Аральского моря. Плюс у нас интерактивные идут презентации наших ученых, наших деятелей. В том числе также один из пунктов посвящен тому, что мы презентуем инновации, которые разрабатывались для борьбы с ковид. Это и препараты против ковид, это вакцины против ковид. Ушбу йирик кўргазмада ташриф берувчилар юртимизнинг нафақат миллий қадриятлари, тарихий обидалари, балки янги Ўзбекистоннинг бугунги ҳақиқий сирати билан яқиндан танишиш имконига эга бўлмоқдалар. Мен Ўзбекистонда бир маротаба бўлганман. Юртингиздаги ажойиб архитектура мени ўзига мафтун этган, солим табиати, меҳмондўст инсонлари ва албатта миллий таомлари. Бугунги кўргазмада эса ушбу павильонга келдим ва бу ерда айнан сизнинг миллий стендларингизни томоша қиляпман. Тарихий обидалар билан бир қаторда бугун юртингизда эришилаётган, яъни инновация соҳасида эришилаётган ютуқлардан ҳам баҳраманд бўляпман. Келгусида Ўзбекистонга yana bir bora borishni rejalashtirmoqdaman. Ўзбекистон ҳақида илгари эшитганман, аммо бориш имкони ҳали бўлмади. Бугунги кўргазмада юртингизнинг ижтимоий, иқтисодий салоҳияти билан танишяпман. Пандемия шароитида ўзбекистонлик олимларнинг вирусга қарши яратаётган ноодатий вакциналари эътиборимни тортди. Келгусида мамлакатингизга бориш ниятим бор. Шунингдек, кўргазма доирасида мутахассисларимиз хориҷий бизнес вакиллари билан ҳам қатор учрашувлар ўтказишмоқда. Улардан бири Бирлашган Араб Амирлиги сахро технологияларини Орол денгизи ҳудудига трансфер қилиш бўйича ҳам муҳокамалар олиб борилди. Эслатиб ўтамиз, 2021 йилнинг 1-октябрда бошланган мазкур йирик кўргазма жори йилнинг 1-апрелига қадар ўз ишини давом этиради. Сохиба Акромова, Азиз Янгизаков, Замон информатсион таҳлили дастури учун.